Шинник победил Химки в матче Кубка России со счетом 2-1. Подопечные Побегалова провели встречу на чужом поле. По ходу матча им пришлось отыгрываться, причем времени было мало. Химки открыли счет на 64-й минуте. Поворотом Краснокутского точно ударил Решетников. Однако в дальнейшем два гола Химкам забили Горбатенко и Малаян, а хозяевам не удалось перевести игру на пенальти. Победив, Шинник вышел в 1/16 Кубка России. У нас какое-то бюро подарков. Мы вторую игру сами из ничего практически предоставляем сопернику возможности забивать. Ну, хорошо, что нашли силы в себе. И, в общем-то, для нас это не проходной матч. Мы ставили задачу пройти дальше, в следующий этап. И хорошо, что все так закончилось. Химки оказали очень достойное сопротивление.